Карачаево-Черкесия – лидер по производству минеральной воды. Производство по итогам первого полугодия 2023 года составило более 320 миллионов литров, что в полтора раза больше, чем годом ранее. По данному показателю регион занял первое место среди субъектов России. В настоящее время в республике порядка 20 производителей упакованной воды, в числе которых крупные, такие как «Аквалайн», «Карачаевский пивзавод», «Архыз», «Оригинал» и другие. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что предприятия региона являются призерами международных и всероссийских конкурсов, а производимая продукция признана натуральной и безопасной, отвечающей самым высоким экологическим требованиям. Это существенный рывок в развитии, этому уделяется приоритетное внимание. Особенно учитывая, что текущий год в Карачаево-Черкесии объявлен годом промышленности.